Кто же они, учителя нашего района? Это прежде всего настоящие профессионалы, преданные своему делу, творческие, неординарные и яркие личности. И самое главное, это педагоги, не представляющие своей жизни без учеников. Опыт каждого из них бесценен. В честь учителей района в детской школе искусств города Видное состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к их профессиональному празднику, которое вот уже 20 лет отмечается 5 октября. Профессия от Бога. Так говорили об учителях на торжественном мероприятии, которое было посвящено профессиональному празднику всех педагогов. Это не просто профессия, это призвание по жизни. Это сочетание всех человеческих качеств педагога. Это воспитанности, образованности, творчества. Образовательный педагогический процесс – смысл жизни для более чем 600 учителей Ленинского района. Многие из них стали гостями праздничного вечера в детской школе искусств, где в канун Дня учителя чествовали лучших из лучших работников сферы образования муниципалитета. 30 лет отдал любимой работе Андрей Босягин, учитель физкультуры из поселка имени Ленина. Придя в школу по зову сердца, он ни разу не пожалел о выбранной стезе. Видеть улыбки детворы – вот настоящее счастье. Чтобы дети были радостные, а остальное, самое главное, я сделал. Иначе. Не только грамоты и благодарности за отличную работу вручали педагогам. 10 учителей получили денежные сертификаты за участие в приоритетном национальном проекте «Образование-2014». Среди них Елена Антонова, учитель информатики Видновской гимназии. Более четверти века назад она, работая инженером в научно-исследовательском институте, решила сменить свою профессию. Быть учителем значит постоянно учиться, двигаться вперед, считает Елена. На месте здесь стоять не придется. Нужно всегда осваивать новое и учиться даже в большей степени, даже чем ученики учатся, потому что нужно всегда на опережение какое-то идти. А еще быть откровенными, правдивыми и, конечно, любить учеников. Настоящие педагоги готовы дарить детям тепло своих сердец и частичку души. Любовь к детям означает то, что я, как педагог, должна снизойти до уровня детей, а потом их поднять до уровня взрослых. Педагог, наверное, это самое замечательное, что есть у меня в жизни. Моя профессия, дети, которые просто души во мне не чают, бегают за мной следом. Мне очень нравится школа. Я, наверное, ни на что бы не променяла школу. Ребята отвечают им взаимностью. В этот вечер лучшим подарком гостям праздника стали выступления юных артистов, школьников и воспитанников детских садов, которые искренне поздравляли педагогов, даря им улыбки и хорошее настроение. Мы любим учителей за то, что они нас учат, все года терпят нас. За то, что они дали нам много знаний. Хочу им пожелать счастья, здоровья и чтобы они хорошо учили детей. Завершением торжественного мероприятия стал концерт с участием известного российского певца Юлиана. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Я так сильно тебя люблю, я ночей не сплю, я схожу с ума, все, что есть в жизни.